Первый заместитель председателя комитета госконтроля Роман Иванович слушает вас. Прямую телефонную линию и личный прием жителей города и района в Пинском горисполкоме провел первый заместитель председателя комитета государственного контроля. Вместе с Иваном Романовичем рассмотрением вопросов, поступивших от пинчан и жителей района, занимались представители местной власти. На приеме граждан присутствовал и председатель Пинского межрайонного комитета госконтроля Владимир Петько. Первый звонок поступил от пинчанина. Мужчина стал обладателем земельного участка в Пинском районе, однако покупкой недоволен. Оказалось, что он был введен в заблуждение. По словам гражданина, в документах указано наличие всех коммуникаций, на деле же ничего нет. К рассмотрению этого вопроса подключились представители райисполкома. Вот меня еще один вопрос интересует. Цена у инфраструктуры входит в стоимость кадастра или не входит? Земельного участка или не входит? Так, у нас тут начальник землеустроительной службы района есть, да? Там было в объявлении, если вы внимательно читали, возможность подключения. Возможность, а не то, что на участок уже все коммуникации подведены. Несколько обращений касались земельных споров между соседями, которые не согласны с границами их участков. Большинство граждан, воспользовавшихся возможностью обратиться к Ивану Романовичу, решают свои вопросы годами, в том числе в судебном порядке. Визит заместителя председателя комитета госконтроля не оставил без внимания вопрос, волнующий практически всех пинчан – состояние дорог в нашем городе. При этом речь шла не только о центральных дорогах. Внимание акцентировали на Белявщине. Дороги частного сектора напоминают об актуальности резиновых сапог. В ответ на замечание местные власти, сославшись на существующий план подсыпки этих улиц, заявили, что скоро ситуация изменится в лучшую сторону. Первый заместитель председателя комитета госконтроля заверил, что все обращения пинчан будут детально рассмотрены, и каждый заявитель получит письменный ответ.